В Анапской студии собрались все главы сельских округов и представители оперативных служб. Особое внимание было обращено на противопожарную безопасность и подготовку к празднику Крещения Господня. Заместитель главы Сергей Петров особо подчеркнул, что необходимо усилить контроль на водоемах, особенно в сельских округах. Вполне возможно, что наши жители будут купаться везде и всюду. Предполагаемые места купания определите, каким образом и как мы будем охранять. То есть это надо будет полиция, значит, казаки. Давайте, чтобы вы в рамках своего сельского округа каждый продумал вот план мероприятий по предотвращению купания в неорганизованных местах. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, заместитель главы Анапы Валерий Королев, поставил задачи сотрудникам правоохранительных органов и спасателям обеспечить комплексную безопасность во время купания. В муниципалитете определено 3 места для крещенских купаний: центральный пляж, Малая бухта и пляж Станица Благовещенская. В этих местах с 20 часов и до 2 часов ночи будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и кареты скорой медицинской помощи. На пляже «Высокий берег» организуют торговую точку с горячим чаем и выпечкой. При содействии управления по санаторно-курортному комплексу и туризму для купающихся будут подготовлены кабинки для переодевания и скамейки. Руслан Душевский, Анапа регион.